Всем привет! У нас уже, конечно, день. Ну, почти сколько? 4 часа уже, да? Мы сегодня сходили на шашлычок, пообщались с родственниками, с Ленусей, Колей. Они уже уехали к себе домой отдыхать. Ну, и мы тоже пришли домой. Вот. Сегодня у меня, конечно, пипец тут на губах. Я хожу целый день, страдаю. Да. Господи, они у тебя вообще почти не изменились. Блин. Герпес мой вообще опять меня вот так разнесло. Короче, вообще ужас какой-то. Ну. Да. О! Из малины вышел. Он за нами ходит, главное. Боже. Любовная. Как он любит нас, а? И мы его тоже обожаем просто. Да, ну у нас единственный кот нормальный. Ну, почти нормальный. Он тоже иногда бесит. Ну, он иногда тоже как-то начинает играться, ну, драться, не всегда же кусаться. Быть хорошим, да, Мурчик? Ну, да. Боже мой! Ой, боже, гляньте, кто там. Кто у нас тут? Это вообще Марсик. И Мурчик пришел, главное. Мурчик, глянь, кто там? Марсику не нравится. Угу. Сразу шипит. Да, Мурчик. Сейчас ляжет, наверное, не? Да, ну, конечно. Боже, погода вообще замечательная. 27 градусов и тишина, просто тишина. Кстати, даже почти не бахкает, да? Да. Сегодня утром ну, вообще тихо, конечно. Прилеты были, да, слышно. Ну, тоже вообще не сильно. Не то обычно до 12 бах и бах, бах, да. и бах. Боже мой, когда оно уже это закончится? И потом вечером опять начинается. Конечно, в четыре с чем-то, я не помню, во сколько точно. Как что-то бабахнет, это была жесть, конечно. Громко? Очень громко. Ну, дети спят, это хорошо, конечно, когда дети так спят. Вообще не понимаю, почему я стала, точнее, перестала слышать эти прилеты все. Потому что у тебя нервная система в порядке, она не отдыхает. Не в порядке, потому что она... Нет, ну... Вот, господи, хоть вот это вот прилетов лучше пусть не слышит. Наоборот, это в порядке нервная система. Нет, вот когда, вот у меня, сон. Когда нервная система не в порядке... Это просто, это сон, это просто, ужасный это сон. Это просто хочется ехать куда-то, уехать. Да надо маму оставлять одну. Нет. Да. А что оставлять одну? Потому что когда мама нервная система не в порядке, и нервная, что? Нервная, тогда прячься кто может. Ну да ладно, это не про меня. Не, ну просто, блин, встала, вот это вот настроение все испортило. Мама, оно у тебя вообще почти не заметно. Я понимаю, но оно у меня болит, понимаешь ты? Болит, ну, болит просто туда. Болит, печет, болит. Не дай бог тебе такое узнать. Я это узнала, блин. Мне было, наверное, 11-12 лет. Я поехала в лагерь. И у меня первый... Ничего я там не целовалась, не надо. И у меня первый герпес, этот, блин, вирус, этот долбанный, вот тут был на бороде. И я весь лагерь вот так проходила, потому что я стеснялась. Потому что, ну, вдруг на меня глянут не так, как там мальчики смотрели. Мне было как-то стыдно, вообще неудобно. И я всегда вот так весь лагерь проходила. Потом заканчивалась смена в лагере. И все нормально. Все прошло, я домой приехала, все отлично. Марсик. Вообще здорово было, конечно. Вот так вот. Сегодня, как вот это? Равноденство. Ой, короче, день равный ночи. Вот. А где вот это вот так убежало? Так. Мурчик. И мы вышли с Викусей, написали в 15:43. Такое будет. Можете наблюдать. Да. Но мы в 15:46 вышли. Конечно, ничего не видно. Солнце слепит глаза. Куда смотреть? Непонятно. На солнце или на небо смотреть? Куда вообще смотреть?
Короче, мы с Викой вот так посмотрели по сторонам и ничего не поняли. Это он сидит просто? Где? А, вот там? Угу. Ой, я не знаю, может он писает, а ты смотришь на него. Прости, Марсик. Понятнее сидеть надо. О, единственное, что никогда не меняется, это наши соседи и их крики. Да. Мы уже столько матюков выучили. Особенно наш Ромчик. Да, да, он в жизни столько не знал, еще не доводилось ему слышать. Ну да. Как за это лето. Это точно. Ты тут за неделю, даже за день такого слушаешься. Боже, как выпьют и начинают. Взрослые и люди начинают. Так никакие не говорят. И мат перемат. И мат. Я не пойму, как они не поубивали друг друга еще. Как они еще все живы, они... здоровы уходят. Вот только именно. С такими фингалами, конечно. Так там уже ни почек, ни печенок, ничего нет. Ни печенок. Ни почек. Ни почек. Почек и ни печенки нет. Да. Печени. Печени. Ну я просто, я... Ну понятно, да. Ну все, там, мы, блин... все мы поняли. И мозгов нет. Ну, и за что можно пить, я вообще не понимаю. Где у них деньги? Они, наверное, были бы миллионерами, если бы они не пили. Наверное. Ну, короче, вот так вот.